Всем здорово, друзья мои. Как оно идет? Нормально. Тысячу рублей дай. А что ты хотел? Бутылочку взять. Не, бутылочку брать не надо. Сердце взял, почки взял, колбасы взял. Молока? Не, молока не брал. Почему? На молоко дай денег. 1000 рублей дай. 1000 нету. А сколько есть? 2 400 рублей. Давай. Все, молока пробью тебя. А? Молока куплю. Где? В фикс прайсе. Пойду это, в тот магазин, не, молока возьму, не, и не, сахару. Не, в этом. И сахар надо тебе взять, мешок. Завтра, наверное. Где? На рынке. Возьмем? Мешок возьмем. Там тебе прислали, ну сказали, чтобы мешок купил. Ну дай 400 рублей. Пойдем молоко возьму. Где? В фикс прайсе. Не. Да. А здесь дорогое. По-другому никак. А я тебе возьму, тебе какая разница. Ну дай 400 рублей. Не, молока возьму. 400 рублей дай. Я понимаю, надо молока взять, Владимир Иванович. Зачем? Ну, чтоб ты молока попил. Я уже поел свое самое борща. Ну и хорошо. Молочком, не хочу молоком. Молочком придавишь. Ты же сказал молоко, значит молоко. Зачем? Чтоб было. Ну дай 400 рублей. Деньгами? А? У меня с собой нет. А где? Иди бери у Гали, я позвоню сейчас ей. Пойдем. Я не пойду, я несу вот продукты, мне надо быстрее оттащить. Я звоню, а ты иди забирай. Я ей должен за 147 рублей. Вот и отдашь оттуда как раз. Пойдет. Че, с собой нет у меня, говорю, иди забирай. Че ты, Маш, дядь Вов? Зачем? Ну так, потому что. Нет налички, говорю. Иди забирай, я позвоню ей. Давай, давай, звони. Ну иди, сейчас позвоню. Сейчас позвоню. Ну это что, пускай даст. Чтоб долг отдать? А? Давай. Всем добра, друзья, едем дальше. Владимир Иванович не знает, что делать. То ли долг отдать, то ли молока купить. Ну да ладно, пускай так будет. Едем дальше. Всем привет из станицы Преображенской. Не забываем про все остальные наши соцсети. Телеграм, Инстаграм, ВК, Одноклассники, ТикТок. Все есть, найдете все здесь. На главной в описании в шапке профиля. Присоединяйтесь. Всех обнял.